Торжественное вручение паспортов молодым гражданам из места состоялось в администрации города. Подробности далее в нашем сюжете. Сегодня для ребят важное событие. Они получают свой первый паспорт. Открыл мероприятие глава Асбеста Андрей Холдзаков. Он поздравил подростков с важным событием, а также отметил, что получение паспорта – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. И пожелал ребятам бережно относиться к выданному документу и достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации. Я хотел бы сегодня вас всех поздравить с этим днем, с вручением вашего, я так понимаю, первого, наверное, серьезного, не побоюсь этого слова, государственного документа. Следующий, наверное, у вас уже будет аттестат, да? Потом будут дипломы, потом будут другие документы, тоже не менее серьезные. И сегодня вы становитесь не просто мальчиками и девочками, а еще раз повторю, вы становитесь гражданами Российской Федерации со всей ее ответственностью, со всеми ее правами. Юных асбестовцев со знаменательным событием поздравила и специалист отдела ЗАГС Ирина Крупанцева. Она рассказала подросткам о происхождении паспорта, а также об ответственности и возможностях, которые появились у ребят с получением этого документа. Сегодня у вас действительно праздник. Праздник первого в вашей жизни паспорта. Это значимое событие, весомое событие, определенная веха в вашей биографии, когда вас официально на государственном уровне признают взрослыми и об этом вручают документы. После торжественной части глава Асбеста вручил 17 юным горожанам их первые паспорта, а также подарил подросткам книги об Асбесте. Сегодня глава города вручал мне этот паспорт. Я запомню это надолго. Отличное впечатление. Получил паспорт, теперь, как сказали, уже почувствовал себя более взрослым. Теперь я имею документ, то, что я гражданин Российской Федерации. Ну, и родители теперь рады. Паспорт получил наконец-то. Момент был очень волнительным, но с получением паспорта мы стали намного серьезнее и намного ответственней. Вместе с подростками в актовом зале администрации собрались и их родители. Так же, как и для детей, для них этот день не менее волнительный. Знаменательный день у дочери, получение паспорта, первый паспорт в жизни. Было интересно посмотреть, волнение было за дочь. Взросление дочери произошло. Ну, дальше будем расти, учиться. Паспорт – это как бы большой путевой лист в жизнь. Вручение паспортов юным асбестовцам главой города уже стало хорошей традицией. Данное мероприятие проводится с целью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к родине и уважения к государственным символам России. Для родителей это памятное событие, а для подростков – вступление во взрослую жизнь и счастливое будущее. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, новости АТВ.